Девушка по имени Гюльбахар была необычайно красива и изящна, поэтому ее называли «Весенняя роза». Когда она узнала, что станет женой Шахзаде Сулеймана, радости ее не было предела. С самого раннего детства Гюльбахар знала, что ее суженый будет не простым человеком, а кем-то из власти имущих. Конечно, она не предполагала, что уедет так далеко от своих родных и будет жить в Османской империи, но ее тетушка решила за нее. Айше Хафса Султан, жена великого султана Сулеймана Грозного и мать Шахзаде Сулеймана, по мнению некоторых историков, приходилась ей тете по материнской линии. Увидев, какой красивой и обворожительной девушкой стала Гюльбахар, Айше Хафса решила, что лучше невесты для сына и не придумаешь. Поэтому Валиде организовала приезд девушки в Манису, где они и познакомились с Сулейманом. Как ни удивительно, но Гюльбахар прониклась искренней симпатией к своему супругу, а затем постепенно пришла и любовь. Сам Сулейман нарек ее новым именем, под которым она и запомнилась в истории — Махидевран. Это событие произошло после того, как девушка родила Шахзаде сына, названного Мустафой. Он не был первым ребенком Сулеймана, были дети и от других женщин. Но когда двое старших братьев Мустафы умерли от болезни, Мустафа стал главным преемником своего отца. Когда же Сулейман стал султаном, он перебрался жить в Стамбул. И здесь красивая сказка про счастливую жизнь Махидевран закончилась. Девушка искренне считала, что любовь, которую они обрели с мужем, поможет преодолеть им все невзгоды на трудном жизненном пути. Но став правителем огромной Османской империи, Сулейман стал величиной совсем другого уровня. И если, будучи еще Шахзаде, он имел весьма скромный гарем, то, придя к власти, сераль повелителя стал стремительно расширяться. Многие чиновники и иные знатные люди имели обыкновение дарить султану самых красивых девушек, чтобы добиться благосклонности повелителя. При такой большой конкуренции шансов у Махидевран было слишком мало. К тому же супруг вскоре потерял к ней интерес как к женщине и все чаще приглашал к себе на хальвет новых наложниц. Следуя правилам османов, первая жена родила всего лишь одного сына для правителя, так что главным смыслом для Махидевран стал ее любимый Мустафа. И все бы ничего, вот только в топ-копы появилась новая рабыня, славянская девушка по имени Роксолана. И с этих пор жизнь Махидевран превратилась в сплошную череду конфликтов и противостояний с наглой русской выскочкой. Однако Махидевран не опускала руки, она официально считалась матерью наследника, и эта мысль придавала ей сил в борьбе с Роксоланой. Ведь если ее сын зайдет на трон, тогда весенняя роза сможет отомстить всем обидчикам. Однако Роксолана, названная султаном Хюрем, оказалась не так проста. Она стала постепенно менять обычаи гарема, пользуясь любовью повелителя к ней. Она нарушила все традиции османов, родив султану не одного сына, как было положено, а сразу четверых. Такого раньше не было и автоматически давала Хюрем больше шансов на победу, поэтому Махидевран серьезно беспокоилась за жизнь своего единственного сына. Тем более, чем старше становился Мустафа, тем больше увеличивалась вероятность того, что Хюрем захочет избавиться от соперника своих собственных сыновей. Поэтому первая жена не стала ждать, а нанесла противнице первый удар, который потом и вернулся к ней обратно, заставив пережить такое же горе, как и Хюрем. Первенец Хюрем Мехмед был очень умным и образованным. Хасики прилагала много сил, чтобы как можно сильнее сблизить сына с султаном, и это ей удалось. Когда пришло время распределять юных Шахзаде по провинциям империи для дальнейшего обучения, Мустафу отозвали из Манисы и направили туда Мехмеда. Это решение стало настоящим вызовом для Махидевран, ведь теперь ее Мустафа мог и не успеть первым прибыть в столицу в случае смерти султана. Провинция, куда его отправили, находилась дальше от Стамбула, чем Маниса. Женщина, притягивающая взоры своей красотой, особым умом, к сожалению, не отличалась. Махидевран решила для себя, что если устранить главного соперника сына Шахзаде Мехмеда, тогда Мустафа вновь восстановит отношения с отцом и все наладится.
Она даже не могла подумать, что итогом авантюры может стать прямо противоположный результат. Для того, чтобы ее ни в чем не заподозрили, Махидевран придумала дьявольский план. Один из янычар по ее личному распоряжению втерся в доверие к Мехмеду и притворился его другом. Юноша, страстно желающий получить уважение и признание среди личного войска султана, был рад появлению такого друга, но, как оказалось, он ошибся в выборе товарища. Когда предатель полностью расположил к себе Шахзаде, он смог незаметно заразить того оспой. Молодой и полный сил старший сын Хюрем скончался. Махидевран была счастлива от того, что она защитила своего ребенка, попутно причинив огромное страдание своей сопернице. Вынося приговор невинному человеку, она даже не могла подумать, что все зло, сотворенное ею, вернется обратно. Так и случилось. Хюрем все это время прекрасно знала, кто виноват в гибели ее любимого Мехмеда, но доказательств у нее не было, поэтому она пошла иным путем. Хюрем решила отобрать у Махидевран самое дорогое, что у нее было – Мустафу. Шахзаде на тот момент уже стал отцом, тайно женившись на прекрасной Мехренисе. Своего первенца они назвали Мехмедом. Супруги души не чаяли в своем ребенке, так же, как и Махидевран. Но об их тайном никяхе, конечно, тут же прознали шпионы Хюрем и донесли своей госпоже. И вот здесь Хюрем сполна воспользовалась своим правом на месть. Оговорив Мустафу в глазах султана, Хюрем смогла убедить Сулеймана в том, что сын представляет угрозу для его правления. В результате козни Хюрем Мустафа был казнен по приказу отца. Махидевран, узнав об этом, была вне себя от горя, ведь со смертью своего сына она потеряла дальнейший смысл своего существования. Правда, у нее еще оставалась Мехренеса, жена Мустафы и их маленький сын Мехмед. Однако Хюрем не удовлетворилась смертью одного лишь Мустафы. С подачи Хасики султан приказал казнить и маленького внука Махидевран. Мехренеса не смогла пережить потерю своего сына и мужа и сама покончила с собой, надеясь встретиться с ними в ином мире. Вот так спустя годы после смерти своего сына Хюрем отомстила сопернице. Так что Махидевран перенесла такую же трагическую утрату любимых людей, одного из которых тоже звали Мехмедом. И страдала она так же сильно, как и Хюрем когда-то.